discover. Open the box, I think. Fly! Билет в кино. Ни один любитель самого независимого на свете кино не посмеет проклясть Стивена Спилберга. Потому что, как бы вы ни относились к высокобюджетным гигантам кинопроката, все, что делает Спилберг, это хорошо, и слезон жмет качественно. Добро пожаловать на героико-анималистскую мелодраму «Боевой конь». Билет в кино. Что там? Конь. Он был на ничьей земле. И его спасли. Что за конь? Знаешь, я бы сказал, что волшебный. Мы вступили в войну! Даю тебе слово. Я буду заботиться о нем. И надеюсь, что смогу вернуть. Но это же мой конь, сэр. Билет в кино. Красавец-конь по имени Джоуи рожден, чтобы скакать, но пожилой английский земледелец решает попахать на нем корнеплоды. В процессе пахоты карьерно нереализованный скакун заводит дружбу с сыном хозяина и в какой-то момент с полей Турнепса отправляется с ним на поля Первой мировой. Там Джоуи, напомню, так зовут коня, повторяет, точнее предвосхищает подвиг Александра Матросова, чуть не мирит немцев с англичанами и прочее, и прочее. Ситуация, описанная в фильме «Инопланетянин», повторяется. Титульное существо, а никак не дружит ему мальчик, является в фильме главным героем. Давай, Джой! Я в тебя верю, давай, милый! Давай! Многие критики уже сравнили новый фильм старика Спилберга с последним творением не менее авторитетного Михалкова. И правда, порой это лирическое боевое полотно становится порядочной лампукой. Но одного не отнять. У Спилберга сюжетообразующий стержень – это драма персонажа, который, поневоле занимаясь не своим делом, таки умудряется красиво реализовать себя. Потому с конем теоретически может идентифицировать себя любой клерк, просиживающий в офисе вместо того, ну, чтобы, например, стать космонавтом или жокеем на скачках. Приятного просмотра. Open the box, I think. Five!